так. Берешь шпагат, не знаю, начинаешь разгибать, и все, и прям вот этот угол сразу. Потому что в разных вариантах происходит действие. Ты еще, когда так стоишь, очень мало напрягается нога опорная. А когда ты ногу поднимаешь вверх, у тебя на опорной ноге ты выбрасываешь энергию, сила, да, какая? Это совершенно разные вещи. Племени Африки снова сменили вождя. В Серебе поспорили люди, политики на должностях. Прямо сейчас тонна идет караван где-то между Суданом и Ливией. Прямо сейчас на ринге в Америке новый боец от ударов увиливает. Прямо сейчас в событом театре пылятся в чулане ненужные маски. Прямо сейчас в Айге заблудились туристы, их ищут всем Красноярск. Прямо сейчас на орбите работает станция спутника. Искусственной точкой мигает мечтателю, что не отправится в путниках. Минуту на свет родилось больше 100 человек. И пока ты дослушаешь песни, уже больше 100 человек безвозвратно исчезнет. Это симфония жизни, оркестр круглой космической родины. Миллиарды сюжетов сплетаются одним моментом в большую мелодию. И каждый прошедший сюда пассажир поберет найти свое место. Даже при самых веселых раскладах не сможет сыграть вразрез с оркестром. Из прошлого тянутся нити, собой создавая глубокую ступка. Появляешься ты, как еще одна нити, можешь развилки дорог. Но откуда ты взялся? Исток нитки не виден. Там только стремление чужих, забытых, ежесекундных событий. Да, да, да.
Вот я на правом боку закинул ноги,
Ноги вам надо закинуть за голову. Получается это действие, да. Да, это для чего надо? Ну, для каравала, там вот для обидки суши, там, ну, не отрывать, там, для сражения. Сейчас надо, чтобы мы... Начинаем передвигаться несколько шагов, делаем по-пластунски. Да, подготовились к передвижению по-пластунски, да. Да, начинаем акцент больше делаем на такой, на пластике. Да, и сразу раз, ноги взрываем. Сразу в таком положении, да. Молодцы, теперь смотрите, Коля, делай. Я не озвучиваю, что ты не делаешь, я хочу, чтобы ты делал. Вот что я делаю, пожалуйста. Теперь смотрите. Когда начинаем делать кувырок, надо будет, прошу, покажу, когда у нас происходит кувырок, надо будет сделать движение, коснуться вращательной ногами, как в любом форме. То есть я делаю такое все с плечом, вы смотрите, я буду ногу так закидывать, чтобы коснуться, так вот здесь касательно. Да, ну что, можно опять. Вот так и тоже.
такой. Тараканье. Подняли таз. Делайте все по удару. Все тоже. Правую руку подняли. Делайте все по удару. Посмотрите на пол. Попробуйте коснуться. Левую руку подняли, вытянули, посмотрели за руку, за пол, за правую, попробовали коснуться. Можно помогать себе на локоть. Раз, раз, два, раз, раз, два. На локоть можно. Да. Почему это поможет, да? Вот, например, находимся в такой положении, мы отдыхаем. Не поможет, можем быстро подняться, поднялись на локоток, руки потянули, но не подобрали, не могли. Хотя не следует правая рука, правая нога. Раз. Тяну левую ручку. Левая рука исполняется, левая нога идет. Да. Подожди, ты же на левую, я всякую бедную. Я же вашу руку. Я державу и так и не делаю. Если у меня тоже левая рука, то у меня это правая рука. Да, правая рука. Давай еще. Коля, делай. И спокойненько. Да, не надо даже. Постарайтесь делать спокойно. То есть раз никуда вообще не торопитесь. Вот у вас положение, вы можете как отдыхаете. Раз, да. Это, например, поможет, вот мы в таком, там, отдыхаем, да? На берегу, море. И тут, знаете, себе слово поставили. Почему вы так отдыхаете в тот момент, когда я вам смертил, чтобы быстро заметить раз? Тогда человек, в чем прикол по сумке, из любого положения, из любого. Вообще, неважно, подвешивай, седай себе. Вот так вот развивается в качестве. У других там народов, например, у традиции будет другое название. Вот они не могут живот сегодня, даже самое гимнастика, расслабься. Живот длинный, наша любимая. Ладья, на живот длинный. Ладья. Ножки назад, логично, поднимись, живот разрыгни, подними живот, подними, держи. Сюда, раз, два.
В смысле, одного веса, другого, что ли, веса? Нет, нет.
два разные пары, разные весы. Одна вышел, не дублировался вес. Да, а это комплект одинаковый. Да ты молодец. Комплект, ну как, одинаковый. Комплект одинаковый вес, вообще ничего. Это все разные весы. Быстрее, быстрее, друзья мои, быстрее. В голову убирайте гантели. Там вообще. Смотрите, Ольга, самый легкий. Килограмм? А вы как вешаете? Стой, у вас одинаковые. Кого? Смотрю, у вас ванна одинаковая. Да нет, да на сегодня, а что-то больше все равно нельзя. Разбились по площадке, по площадке. Место сразу заняли. Пентаграмма. Место сразу заняли. Пентаграмма за быстрее. Смотрим, что делаем. Сейчас первое. Подняли руки, самое простое. Подняли руки, только вчера было. Правую вверх, левую, правую левую, да, правую левую. Теперь подсказка, ногами просто стоим, и не прыгнулись, да, ногами быстро, свободно при движении. Хорошо, молодцы, теперь две вверх. Подальше обратно нам всего. Я уверен, что когда ты это делаешь, потому что упал, встанет, что-нибудь уродится и стекло привезти. На 100% будет видно, значит, вы испытываете. Вот так, да. Так, вперед. Правое, левое. Я же сказал, что? Вперед. Разрешается двигаться. Опять ручное сходное возвращается сюда, к плечам возвращается. Вперед. Молодцы, теперь две. Две. Молодцы. Теперь в сторону. Правая, левая в сторону. Правая, левая в сторону. Правая, левая в сторону. И теперь две. Молодцы. Пей вниз, правое и левое. Когда несешь пакет. Теперь две. Две. Красавцы. Поменялись. По часовой стрелке передали друг другу гантели. Я штук просто это. Вперед. Я вчера вперед. В сторону. Вверх. Сереж, как тепло двигается. Темпо. Темпо. Вверх. Молодцы. Мы повторим то, что за этого нет. Так за этого сделали. Теперь начинаем подъем. Правый, пол к зубу. Левый. Правый перед собой. Левый. Перед собой. Зубу. Раз. Два.
Раз. Два. Правый за спиной. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Одну можно за спиной, а одну можно перед собой. И начинаем такого характера. Да, переходим даже можно на две. Еще разок. Серёжа, вы выглядели, что я как гипноз стрелял. Еще разок. Поменялись. Когда подключал, да. Поехали дальше. Правая перед собой буду, за спиной левая, за собой. Да, повторяем то, что перед этим мы делали. Можем две, можем разменённо. То есть именно эту дугу. Да, красавцы. Вот мы сделали. Теперь начинаем делать дугу, откидываем руку от себя. Правую, левую. Правую, левую. Куда? Правую, левую. От себя. Красавцы. Теперь к себе. Спины. Для тех, кто крутит, например, грудки напоминает, от спины откидываешь, ты как поясок делаешь. Да. Сейчас, если торопиться, переходим на поясочек. Две петли от себя и со спиной одновременно ты их откидываешь. Это действие. От себя. От себя. Да. Стоп, поменялись. Оля, ты куда? Меняй, катай. Поменялись. Взяли. Продолжаем. Закончили на поясочке, поэтому поясочек. Передай Артёму. Поменяйся. Денис, передай Артёму, да. Вам надо было цвет, а что такое взять? Листочек, поехали. Не поднимай к себе. А я еще раз описываю. Дугу. Перед собой, за спиной, мы рисуем восьмерочку. Как бы на земле мы рисуем восьмерочку. Но тело оказывается здесь. Петлю здесь, петлю здесь. Поехали. Движение обязательно. Руки выше. Делаем. Больше, Тёма, следи за мной. Зачем? Подсказывай, Иван. Крутим. Перерисуем горизонтальную прямую восьмерку. Петлю.